Да, еще раз прокуривал. Действительно, вот восьмой день больницы, не вставая с кровати, ну, кроме операции, после операции 4 дня, вот курить не хочется вообще. Я курил постоянно и много. Но очень хочется взять костыли и дойти на первый этаж с 13-го. Докурить-то. Вот курить там или не курить, это уже другой вопрос. А вот такие штучки мне уже держат, поднимать ножку. Пока она плохо поднимается. Нет, ну это нормально само собой. Это вот, вот так с мамой подниматься. Вот так вот делать. Все зарядки. У меня много курсов всяких, но я слушал только своего врача. Пока. Кстати, кому интересно. Протезирование, а это протезирование, у меня очень много соединено, у хирургии, так папки на ютубе называются, можете смотреть, там абсолютно разные клиники, абсолютно разные люди. Я собирал это для себя, но я все равно как бы в первую очередь слушаю своего врача, как всегда, как со всеми операциями, и ну такая привычка. Я сначала слушаю врача, а потом, может быть, зная что-то, задам ему вопрос. Ну, ничего не изменилось. Привязка долго. Так же лежу. Сказали лежать, лежу. Сказали разрабатывать, разрабатываю. А Чиба скучает. Кстати, кто хочет погулять с Чиба на улице Кибальчича, Иван Соколов дома, Аля Китаева там же. Аля не может спускать собаку с поводка. Площадка для собак под окном. У кого есть силы, можно его выпустить там. Только с кабелями его нельзя выпускать. Всем удачи. Всем пока. Продолжаем лечиться.